мимо стоянки вышли на набережную. Строительные работы продолжаются на стадионе «Спартак» в Звенигороде. Здесь работает техника и готовит основания под установку футбольного поля, хоккейной площадки и тренажеров. Ход реконструкции знакового для города спортивного объекта проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов. Приезжает трава в субботу, отсыпка под траву в виде резинки и в виде кварцевого песка приезжает в воскресенье. И в понедельник уже будет готово финишное покрытие поля. Кроме того, здесь появятся теплые раздевалки для спортсменов, удобная парковка, электронное табло и современное освещение. На данный момент строительная готовность стадиона уже близка к завершению. Порядка 60% работ уже выполнено. На следующей неделе выйдут строительные бригады монтировать уже спортивное оборудование, то есть эти спортивное ядро. Сейчас идут подготовительные работы. Всего на площадке задействовано 25 рабочих и 9 единиц спецтехники. Уже началось обустройство скейт-парка и формирование откоса набережной. Все работы выполняются согласно графику, отметил Андрей Иванов. Стадион «Спартак» будет сдан в сентябре этого года, к 870-летию Звенигорода. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».